Так, магазин Lidl. Творог. Кефир. Вот кефирчика я возьму. Тоже надо смотреть на числа, что-то его так маловато. 2.06, а тут уже у нас 27.05. Ну, конечно, вот эти две. Молоко. 2.99. И 3.69. Так как я на диете, я беру за 2.99. 2%. Так, что тут еще интересно? Сметана. Вот это. 12%, 3.49. И сметана 18%, 3.62. Вот это масло, кстати, неплохое. Ну, то есть, и цена тут 5.79, 4.49, то нет. Вот так. Но есть, конечно, еще такое. Ну, если честно, на любителя. Я беру такое. Масло польское. И сметанка. Тоже желательно смотреть на числа. Что не любят выставлять там. 26, 24. Ладно, 26 возьму.